Руководитель Лилия Аликаева, девчата-казачата.
сегодня даже самое пасмурное настроение стало ясным, потому что на этой сцене родилось чудо. Это чудо нельзя потрогать и понюхать, но можно увидеть и услышать. Оно способно заставить нас смеяться и плакать. Оно имеет душу и сердце. Имя ему – песня. Песня – это теплый ветер. Песня – это светлый мир. Песня – солнце на рассвете, для души веселый пир. Песня – это только счастье. Песня у людей одна. С песней не страшны ненасти. Песней жизнь всегда полна. На сцене ансамбль «Ералаш» детской музыкальной школы села Мисигутово. Лауреат и дипломант международных и республиканских конкурсов в городах Москва, Великий Устюг, Казань, Челябинск, Уфа, Стерлитамак. Руководитель Олеся Паначева. Туганьяк. Звездочка в скрипке.
встречаете Мавлетбаева Линария «Весна». Я пойду.
самый сложный, самый звонкий, ярче самых ярких лент. От природы у кого-то он волшебный, золотой, но тяжелая работа ведать этой красотой. На сцене Валиева Лейла, белый конь. Dancing bears, painted wings, things I am, also remember, and a song.
Сколько же радости, сколько богатства дарит нам музыки светлое царство. Встречайте, ансамбль «Забава» провожают казаков. Yeah.
сцену приглашаются члены жюри. И первое слово Ольге Викторовне Исаевой для награждения. За актерское мастерство 2-го районного конкурса вокального мастерства «Эстрадный звездопад» награждается вокальный ансамбль «Мечта». Детская музыкальная школа село Таступа. Школа село Несибутово.
участников в номинации «Стилизованный вокал в народной обработке соло». Приглашается на сцену председатель жюри Сабитова Татьяна Павловна. Итак, диплом первой степени вручается Богданчик Дарье, детская музыкальная школа село Кузьмутово. Вручается Митусовой Олесе, детская музыкальная школа село Висегутово. Диплом лауреата второй степени вручается Булатовой Каролине, детская музыкальная школа село Таступа. Диплом лауреата первой степени и статуэтка вручается Шестаковой Алене, детская музыкальная школа село Таступа. Мы переходим к награждению номинации «Ансамбль «Малые формы». Диплом лауреата третьей степени вручается трио Цепилова Виолетта, Кузикова Виктория, Витусова Алена. Диплом лауреата второй степени вручается квартету Косиконовой Елизавете, Сафоновой Ане, Фефеловой Татьяне, Кириковой Софье. Диплом второй степени вручается ансамблю «Мечта», детская музыкальная школа село Таступа. Диплом первой степени вручается ансамблю «Селфи», детская музыкальная школа село Таступа. Сегодняшнего мероприятия. Итак, кто же у нас станет обладателем гран-при конкурса? Для вручения гран-при приглашается на сцену директор детской музыкальной школы села Лисегутово Феденева Эллада Николаевна. Обладателем гран-при второго районного вокального конкурса «Эстрадный звездопад» станет
Прусибутова, преподаватель Ханачева Олеся Николаевна. Ну что ж, все награды вручены. И сейчас вновь для вас прозвучит песня обладателя гран-при Хамитовой Василии «Бабка Ёшка». Пожалуйста, микрофон вынесите. Все участники остаются на сцене. Награждается Сабитова Татьяна Павловна за мы ей очень признательны за поддержку и помощь в организации и проведении второго районного конкурса вокального мастерства «Эстрадный звездопад». Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Здоровья вам и всех благ. Благодарственное письмо вручается Серебренниковой
конкурсе за работу на сцене. А также мы награждаем благодарственным письмом, очень признательны, очень благодарны, многократно нашему дорогому Сабитову Нияду Наиловичу. Вручаем вам письмо, надеемся на дальнейшее плотное сотрудничество. Спасибо всем большое. Ну что ж, вот и подошел к концу наш праздник. Пусть от сегодняшней встречи у каждого останутся только добрые, теплые воспоминания. Выражаем слова благодарности еще раз преподавателям за высокий профессионализм, добросовестный и эффективный труд в обучении детей. Нашим зрителям, которые на протяжении всего конкурса приветствовали участников и поддерживали их аплодисментами. Членам жюри за объективное судейство. Родителям за воспитание талантливых детей. Юным вокалистам за их усердие и любовь к песне. Звукооператорам за качественную работу. Желаем всем творческих успехов и новых побед. Уже заговариваюсь. А сейчас по сложившейся уже традиции все вместе исполняем гимн конкурса «Дети 21 века». Итак, пожалуйста, ансамбль «Ералаш» на сцену, и все участники подпевают, поем гимн. Чтобы наша земля, как дружила с блестящая.
детской музыкальной школы Ахмед Галееве и Елене Владимировне. Участники остаются пока на сцене. В этот ненастный день здесь, на сцене районного дома культуры, состоялся настоящий праздник. Праздник искусства, праздник музыки, праздник песни и детства. Посмотрите, сколько здесь на сцене юных талантов, блестящих звездочек. Давайте еще раз поблагодарим их бурными аплодисментами. Еще раз поблагодарим. Скажем спасибо руководителям, звукооператорам, всем, кто принял активную участие в подготовке этих детей. Родителям за то, что они занимаются воспитанием и развитием своих детей. И хотелось бы сказать сегодня не до свидания, а до встреч. До встречи на сценах района. И хотелось бы еще раз сказать всем спасибо и пожелать творческих успехов. Пусть вечно вас славит вдохновение. Дух творчества, фантазия, мечта. Пусть вас всегда живет одно стремление – быть верными вокальному искусству до конца. Второй районный конкурс «Эстрадная звездопад» Вселенной Сибутова объявляется закрытым. До новых встреч!